Арктика. Минус 50 градусов по Цельсию. Непроходимый лед останавливает навигацию. В конце 19 столетия ситуацию изменили первые ледоколы. Более полувека назад энергия атома открыла новые горизонты освоения Севера. Современные атомные ледоколы. Гордость гражданского флота России. Два ядерных реактора. 75 тысяч лошадиных сил. И ледопроходимость почти 3 метра. Годами обходясь без дозаправки, они не наносят вреда окружающей среде. Благодаря им стали возможны крупнейшие углеводородные проекты, сохранение стратегических позиций военно-морских сил, научно-исследовательские экспедиции в любую точку Арктики, расширение возможностей Северного морского пути из Европы в Азию и даже комфортабельные туристические круизы. В ближайшем будущем флотилию пополнят 3 сверхсовременных судна. Наша история только начинается. «Росатом» — корпорация знаний.